Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, вспомнил я, что тут кое-что сегодня не сделал, и пришел теперь, ну и решил тоже снять вам. Тут, короче, пару дней назад в этом улье, ну я повредил немного матку, когда делал определенные манипуляции, и ну, мне показалось, что я и так придавил эту маточку. Ну и показалось мне, что с нее уже толку не будет, ну и пришлось мне ее как бы ликвидировать. Жалко, конечно, семья хорошая, но тем не менее. Поставил я 2 дня назад сюда плодную маточку молодую, ну и вот хочу сегодня открыть. Но, ну, суть ролика в чем будет? Я заберу корпус. Суть ролика будет, ну просто сейчас вечер. Ну и дадут ли мне работать пчелы? Подойди ближе. Дадут ли мне работать, потому что вот выкладывал ролик по поводу миролюбивости Карпатки. Ну и некоторые там говорили, что днем вся летная пчела летает, а, ну, мол, что будет, когда все пчелы, ну, будут в улье. Сейчас посмотрим. Так, мне тут сейчас надо будет посмотреть на маточник. Я буду немного стряхивать пчелу и смотреть на маточник. О, эти укусила меня одна. Не нравится им, когда их так вечером терроризируют. Ну тут нету маточника. Поставлю сюда. Быстренько посмотрю и открою ее. Дают, видите, трясти мне их. Тут тоже нету. Может, еще и не потянули, потому что я им сразу же поставил маточку. Может, они эту почувствовали и не стали себе тянуть. Ну и сразу же покажу, как я ее как бы... Вот смотрите, ребята. 2 дня назад, значит, я поставил маточку в клеточке. Тут одна пчела с маточкой, ну и клеточка. Вот так ее повесил между расплодными рамками. Ну, она так висела. Сейчас я возьму стамеску и приоткрою. Машенька, подержи рамочку. Вытащил заслонку. Вытащил заслонку. Как что-то крутится, били меня тут пчела. Вытащил заслонку. Ну, и ставлю опять на место. Опять на место. Я с этой семьи, когда делал отводок, ну тогда я и повредил маточку. Так, я сразу же им поставил еще 2 вощины. Сейчас увидим, что с вощиной произошло за 2 дня. Ну, пчелы так, конечно, может и летают вокруг меня, но не набрасываются. Ну, конечно, немного агрессивней. Да, тут... да, конечно, тут, видите, наделали мисочек на новой вощине. Наделали мисочек, не надо было им ставить вощинку, конечно, только испортили вощинку мне и все. Это все пустое, но я все равно подавил это. Ну, вот тут один маточник есть. Так, надо стряхнуть получше. Вот это же с расплодом была рамочка. И тут потянули пару маточников. Ну, видите, залезла мне в бороду еще одна. Так. Подымлю немного. Сейчас уже 9 часов вечера. Ну, поздно уже. Пчелам, ну, явно это не нравится, что я сейчас к ним прилез. Но, тем не менее, работать дали. Дали мне сделать то, что я хотел. Не надо было, конечно, ставить вощину им тогда. Ну, просто я забрал отводок, ну, повредил матку. Поставил вощину, ну, думаю, уже как будет, так будет.
Ну, особо ничего там они не испортили, просто потянули пару мисочек. Будет все нормально. Ну все, маточку открыл. Поналезали на меня тут. Так, надо их стряхнуть, то домой их заберу с собой. Ага, еще рамочка. Все, маточку открыл. Сейчас поставлю корпус. Сейчас поставлю корпус. Неохотно ребята идут через эту решетку, через пластиковую решетку прозрачную. Идут лучше, на мой взгляд, пчелы. Если кому будет интересно, что в корпусе, давайте посмотрим. Ну вот, в корпусе мед. Уже его, конечно, можно будет забирать. Можно его будет уже забирать. Пускай расплод выйдет, потому что когда тут не было решеточки, матка поднялась. Матка поднялась и немного насеяла. Стряхну этих, чтобы не подавить. Ах, так не получится. Ну, ребята, как-то так. Через два дня приду, увижу, приняли они ее или не приняли. Ну, сниму потом вам ролик, уже показал, как ставил. Ну, не как ставил, а как открывал. Значит, поняли. Два дня назад я поставил матку. Ну, если я даже, например, в семье в какой-то хочу поменять, я, значит, забираю матку, туда ставлю на следующий день. Больше не выдерживаю. На следующий день. Потом через двое суток вот прихожу, смотрю на маточники, вынимаю эту заслонку. И потом через два дня прихожу, смотрю, приняли ли ее. Ну, и из практики каждую десятую не принимают. Каждую десятую не принимают. Ну, ладно, друзья, показал. Ну, видели, теперь вечером, 10 часов вечера, 9 часов, 9 часов вечера где-то. Ну, пчелы дают работать, так что, ну, как-то так. Ладно, будем заканчивать. Подписываемся на наш канал. Кому нравится, лайк, кому не нравится, дизлайк. Все, всем пока-пока.